Здравствуйте, мне по зятю Стивандю конфетьку, утечку, еще вот эти утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот. Спасибо за покупку. Лотков. Ой, Геннадий Петрович, для тети. Это что, твой школьный учитель? Я. Лотков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово, а вы тёжите покупочками? Да, вот, прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фуф. А у тебя там что? Ну у меня чуть утки во сне мнём всякие. Утки? Лотков. Ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Лотков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Лотков. А кто ставит? Ну, я. А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже оплатил, к сожалению. Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, я тогда ресторанная конфетка, этичка, этичка, этичка. Да, хорошо, я 500 денежек, вот, спасибо за покупки. Ладко, ой, Геннадий Петрович, здравствуйте, это что, твой школьный учитель? Да, ладко, мы как сцена ведет Рождество. Очень здорово, а вы тоже за покупочками? Да, вот, вы купили как немного ручек, чтобы двойки нам ставить. Ежак. Да шучу я. А у тебя там что? У меня чуть-чуть в остальном счастье. Рыбки. Ладко. Ты так уже в школе всех достал своей рыбкой. Ты что, из нашей школы хочешь утащить гостиницу сделать? Ну да, там не ученые. Ты приедешь, если мне плохие оценки ставят? Вообще, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашнее задание. А ты ничего не делаешь. Ну да, ты мне двойки ставят. Именно так, вообще. А кто ставит? Ну, я? Да! А можете не продавать ему рыбок? Дяденька, он их уже платит, к сожалению. Да! Вот же, надо идти на паштет смывать. Здравствуйте, мне по зятю Стивандю конфетку, утечку, еще вот эти утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот. Спасибо за покупку. Лотков. Ой, Геннадий Петрович, я тети. Это что, твой школьный учитель? Да. Лотков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово, а вы тёжите покупочками? Да, вот, прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фуф. А у тебя там что? Не, у меня чуть утки во сне мнём всякие. Утки? Лотков. Ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Лотков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Лотков. А кто ставит? Ну, я. А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже оплатил, к сожалению. Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, мне пожалуйста вон конфетку, утечку, еще вот эту утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот, спасибо за покупку. Лотков. Ой, Геннадий Петрович, я тети. Это что, твой школьный учитель? Я. Лотков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово, а вы тёжите покупочками? Да, вот прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фуф. А у тебя там что? Ну у меня чуть утки во сне мнём всякие. Утки? Лотков. Ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Лотков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашнее задание. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Лотков. А кто ставит? Ну, я. Да! А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже оплатил, к сожалению. Да! Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, мне пожалуйста вон конфетку, утечку, еще вот эту утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот, спасибо за покупку. Лотков, ой, Геннадий Петрович, дядя, это что, твой школьный учитель? Да. Лотков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово, а вы тяжелся покупочками? Да, вот, прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я, фуф. А у тебя там что? Ну у меня тут утки в основном всякие. Утки? Лотков. Ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Лотков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашнее задание. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Лотков. А кто ставит? Ну, я. А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже платил, к сожалению. Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, мне по зятю Стивандю конфетьку, утечку, еще вот эту утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот. Спасибо за покупку. Лотков. Ой,
Геннадий Петрович. Я тетя. Это что, твой школьный учитель? Я. Ватков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово. А вы тоже за покупочками? Да, вот, прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фуф. А у тебя там что? Ну у меня тут утки во сне мне всякие. Утки? Ватков, ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Ватков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Я. И мне двойки ставят. Именно так, Ватков. А кто ставит? Ну, я. Га! А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже оплатил, к сожалению. Га! Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте. Мне позвали сегодня конфетку, утечку. Сегодня эту утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот. Спасибо за покупку. Ватков. Ой, Геннадий Петрович. Дядюки. Это что, твой школьный учитель? Да. Ватков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово. А вы тоже за покупочками? Да, вот, прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фуф. А у тебя там что? Не у меня тут утки во сне мне всякие. Утки? Ватков, ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Ватков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Ватков. А кто ставит? Ну, я. Га! А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже оплатил, к сожалению. Га! Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, мне позвольте вам конфетку, утечку, еще вот эту утечку. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот, спасибо за покупку. Ватков, ой, Геннадий Петрович. Я тетя. Это что, твой школьный учитель? Да. Ватков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово. А вы тоже за покупочками? Да, вот, я купил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фуф. А у тебя там что? Ну у меня тут утки в основном всякие. Утки? Ватков, ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Ватков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Ватков. А кто ставит? Ну, я. Га! А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже платил, к сожалению. Га! Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, мне позвали сегодня конфетку, утечку. Еще вот эту утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот. Спасибо за покупку. Ватков. Ой, Геннадий Петрович. Я тетя. Это что, твой школьный учитель? Я. Ватков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово. А вы тоже за покупочками? Да, вот, прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фуф. А у тебя там что? Ну у меня тут утки во сне мне всякие. Утки? Ватков, ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Ватков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Ватков. А кто ставит? Ну, я. Га! А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже платил, к сожалению. Га! Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, мне позвольте вам конфетку, утечку, еще вот эту утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот. Спасибо за покупку. Ватков. Ой, Геннадий Петрович. Для тети. Это что, твой школьный учитель? Я. Ватков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово. А вы тоже за покупочками? Да, вот, прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фуф. А у тебя там что? Не у меня тут утки во сне мне всякие. Утки? Ватков, ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Ватков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Ватков. А кто ставит? Ну, я. Га! А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже оплатил, к сожалению. Га! Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, мне позвали сегодня конфетку, утечку. Еще вот эту утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот. Спасибо за покупку. Ватков. Ой, Геннадий Петрович. Для тети. Это что, твой школьный учитель? Да.
Лотков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово. А вы тёжися покупочками? Да, вот, прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фоф. А у тебя там что? Ну, у меня чуть утки во сне мнём всякие. Утки? Лотков, ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Лотков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Лотков. А кто ставит? Ну, я. Га! А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже платил, к сожалению. Га! Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, мне позарите вон ту конфетку, утечку, еще вот эту утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот, спасибо за покупку. Лотков. Ой, Геннадий Петрович. Дядя Тим. Это что, твой школьный учитель? Я. Лотков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово. А вы тёжися покупочками? Да, вот, прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фоф. А у тебя там что? Ну, у меня чуть утки во сне мнём всякие. Утки? Лотков, ты и так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Ну да, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Лотков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Да, и мне двойки ставят. Именно так, Лотков. А кто ставит? Ну, я. Га! А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже платил, к сожалению. Га! Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Здравствуйте, мне позарите вон ту конфетку, утечку, еще вот эту утечку. Кря. Хорошо, с вас 500 денежек. Вот, спасибо за покупку. Лотков, ой, Геннадий Петрович. Дядя Тим, это что, твой школьный учитель? Я. Лотков, ну как твой Новый год и Рождество? Очень здорово. А вы тёжися покупочками? Да, вот прикупил тут немного ручек, чтобы двойки вам ставить. Ну вот. Да шучу я. Фоф, а у тебя там что? Не у меня чуть-чуть во сне мнём всякие. Утки. Лотков, ты так уже в школе всех достал своей уткой. Ты что, из нашей школы хочешь утячью гостиницу сделать? Нюдя, они ученые. И прыгают, если мне плохие оценки ставят. Лотков, чтобы плохие оценки не получать, нужно учить домашние задания. А ты ничего не делаешь. Я. И мне двойки ставят. Именно так, Лотков. А кто ставит? Ну, я. А можете не продавать ему уток? Дяденька, он их уже платил, к сожалению. Вот же ж, снова утиный паштет смывать. Да.